Я впервые могу сказать, что чему-то научился. Всю свою жизнь я смотрел в одном направлении и упустил главное. Самые важные события прошли по периферии. Здрасте, я Моника. Мистер Чап, можно на ваши права взглянуть? Можно подумать, бабы к тебе так и ломятся под видом горничных. Жизнь каждого из нас. Вы с утра душ принимали? Серьезно? 9 утра, он уже представил меня голой. Это череда мгновений. Кому плеснуть корявой Мэри? Дружба. Пойдем в дом, там есть коньяк. Может, притормозим пока? Смех. Ты бухаешь, как сапожник. Любовь. Так ты ко мне пришел или к нему? Сколько тебе годиков? Большой какой. Разочарование. У меня был роман. Он был похож на тебя. У каждой истории. Как первый день в школе. Подружился с кем-нибудь? Да. Есть начало. Нельзя же его тут бросить. И есть конец. До сих пор не верится. Нахрен он умер? Не говори так. И именно сегодня у нас кончилось бухло. Джеймс Франко, Эбигейл Спенсер, Мэтью Модайн, Рико Родригес, Кейт Мара, Эмбер Тембрин, Кристен Уиг, Тони Кокс, Джим Перрот, Натали Портман, Кейр Гилкрист, Томас Манн, Тайлер Лабин. Жизнь мимолетна. Я отца не видел с тех пор, как с фермы уехал. Адрес наш знаешь. Воспоминания вечные. Расцвет бесчувственных ублюдков. Ублюдком может быть любой, как жизнь повернется. Можете его описать? Нет. Он состоял из углерода? Я не знаю. Он общался с вами? Скорее реагировал. Вы понимаете, что это? Ваш муж связывался с вами во время отъезда? Нет. Он сам принял решение? Зачем моему мужу идти на самоубийство? Расскажите о нем, что он делал. Я выясню, что там. Могла спасти его. Венецианский кинофестиваль вне конкурсная программа. Лора, когда мы вернемся домой? Скоро. Завтра мы проснемся в Париж. Сегодня вы будете не зрителями спектакля, а участниками настоящего опыта. Самые известные американские медиумы – сестры Барлоу. С тех пор, как вы вошли в мою жизнь, все изменилось. Для меня это самая главная встреча. Мы будем сниматься в кино? Нет необходимости изображать призраков, мы их снимем. Нужно придумать нечто новое. Кино должно пойти по иному пути. Натали Портман. Ду веневу? Откуда вы родом? Лили Роуз Депп. Почему мы должны быть с ним? Это шанс. Воспользуемся им, пока все не закончится. Эммануэль Саллингер. Это первое в мире
Фиксация на экране эффекта паранормальных явлений. Никто подобного еще не видел. Не хочу, чтобы ты к ней приближался. Ты ревнуешь. Мне кажется, что ты сошел с ума. Нет, я испытал нечто невероятное. На этих кадрах ничего нет, Андре. Еврейская подстилка. Месье Карпинский, извините, что называю ваше настоящее имя. Как можем мы доверять иностранцам в нынешней ситуации? Все хорошо. Скажи, Андре, чтобы был осторожен. Планетариум. Фильм Ребекки Златовски. Бывают в жизни дивные моменты, когда по вечерам из года в год я напеваю о тебе легенды. О, Камелот! Спрошу у всех, забыт или не забыт ты, и прослежу, чтоб помнил весь народ, что был когда-то полон славы и величия. Людям нравится верить в сказки. Наш Камелот. И помнит пусть народ, что на блистательный, но краткий миг у нас был Камелот. Второго Камелота не будет. Никогда. Парни, у нас еще один труп. Люди видели, как женщина спешно покидала город. Она подходит под описание нашей старой подруги Джейн. Мы допросим каждую живую душу. Перевернем все вверх дном, пока эта змея не выползет из своей норы. И когда это случится, принесите мне ее голову. Мне нужен стрелок. Парни Бишопа идут за тобой. Тебе не нужен стрелок. Тебе нужен чертов полк. Ты многого не знаешь. Когда ты ушел, Бишоп предложил защищать меня и мою дочь. У них были и другие намерения. Это вход? Из долины всего один вход и выход. Я убегала всю свою жизнь. Они идут в мой дом. Я хочу его защитить. Стоит твоей жизни, Джейн. Не тебе решать, чего стоит моя жизнь. Много воды утекло с тех пор. Каждый должен платить по счетам. И ты не исключение. Я говорила, что больше убегать не буду. Джейн будет моей, как и раньше. Одно движение, и я снесу тебе голову. Сколько времени прошло, но ты явился только сейчас. Зачем?
поглумиться? За помощью. Я могу тебе доверять. Доверчивость — главное свойство глупцов. Многие верят, что до рождения Вселенной ничего не было. Это не так. Была тьма, и она жива. Что с нами будет? Я дал тебе слово, что вернусь за тобой. С ума сойти. Враг, которого мало кто знает в лицо, один точно знает. Да ты в отчаянии расспросишь меня о помощи. Если бездействовать, нас уничтожат. Одна лишь мысль о предательстве. Лишишься головы. Это за Нью-Йорк. Хорошенькая. Тор, отвагой боли сердца не унять. Твоя семья, твой мир обратятся в пепел. Время поджимает. Разорвется сама ткань мироздания. Я придумаю, как всех спасти. Желающие.